Шерил, мне кажется, может угостить своих подружек пиццей. Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры! Очень мне нравится с вами открывать шарики от Zuru Five Surprise с миниатюрами. В этот раз я приготовила вторую серию под названием Foodie Mini Brands. У меня их 6 штучек. Тут мини-копии известных брендов быстрого питания. Мне кажется, что это очень актуальная тема для тех, кто коллекционирует кукол. Поэтому посмотрим, как эта еда будет смотреться в кукольных ручках. Производитель обещает нам очень реалистичные версии продуктов. Если вы коллекционер, то для каждой серии Five Surprise выпускаются кейсы, в которые можно разместить все миниатюры. Чтобы открыть шарик, я обычно использую канцелярский нож, поддеваю им, чтобы легче было потянуть за стрелочку. Шарики Лол вскрываются гораздо легче, а шарики Zuru нужно еще постараться открыть. Внутри еще один слой в черно-белую клеточку. Под ним белый шарик, на нем есть номер серии. Шарик раскрывается на две половинки. 5 клетчатых пакетиков с сюрпризами. Вкладыш с коллекцией еды. Редкие миниатюры, замороженные мгновения, ароматизированные. И я хочу сказать, что здесь находятся миниатюры культовых американских брендов, таких как Pizza Hut, Jack in Box, Cinnabon. Помимо еды, тут еще находятся пачки с банкнотами, поднос для ланча, похоже на монетки, и мешочек с монетками, напитки, супер редкий напиток. Мне кажется, он в золотом стакане. В этом кружочке ультраредкий напиток. Суперредкий бургер в золотой упаковке. Вообще все ультраредкие и суперредкие фигурки, получается, обведены в кружочек, подписаны и находятся в золотых коробочках или стаканчиках. Вот сколько вариантов разной пиццы. Красная коробка для доставки, Pizza Hut, ультраредкая и тоже может попасться среди сюрпризов. Как всегда, приступаем к первому пакетику. Это фирменная булочка Cinnabon с орехами пекан. Внутри что-то плоское. Думаю, тут коробочка с пиццей. Она такая ровная, похожа на бумажную коробку. Логотип Pizza Hut. Тут словно приклеена наклейка. На самом деле коробка пластиковая, поэтому не стоит опасаться ее сломать. Внутри целая пицца. На вкладыше написано, что это гавайская пицца, приготовленная вручную. Интересно, что в третьем пакете. Коробочка с бургером, острый куриный с сыром. Сам бургер, кажется, сюда вклеен в коробочку, он просто так не вынимается, а может быть просто застрял в ней. Коробочку можно закрыть, на ней логотип Jack in the Box. И она действительно выглядит как натуральная. Попадаются ли в одном шарике одинаковые сюрпризы? Снова надпись Cinnabon. В бумажку завернуты сразу 4 аппетитные булочки. Они на такой пластмассовой подложке. 5-й последний пакетик в этом шарике. Коробочка с прозрачной крышечкой. Очень хорошо видно, что лежит внутри. На крышке есть рисунок. Я очень хорошо вижу мордочку дракона и его хвост. Крышка снимается, а внутри дамплинги со свининой и соусом. И могу точно вам сказать, что эта упаковка добротная, прочная. Получается у меня 4 клетчатых пакетика и один блестящий. И вот я открою самым первым. Тут что-то розовенькое. Это напиток с трубочкой. Это фирменный смузи Джамбо. И он у меня ароматизированный. Он пахнет клубничкой. Так что вполне возможно, что редкие будут попадаться в необычных пакетиках. Снова коробочка. Jack in the Box с куриными наггетсами. Снова чувствую плоскую коробку. И это коробка с пиццей. Снова Pizza Hut. Внутри совсем другая пицца. Нетрудно догадаться, что она сырная. Хочется найти что-то интересное и необычное. Но снова упаковка. Тут курица и листья салата. Последний пакет из второго шарика. Напиток Jack in the Box.
кажется, тут что-то черное, но это газированный напиток, который обычно готовят в ресторанах быстрого обслуживания. Мне уже много чего попалось, и пора открывать третий шарик. Оп, каких-то особенных пакетиков нет, все обычные. Первым. Снова напиток, красивый прозрачный стаканчик с облачками, черная трубочка, крышечка, на которой написано «Кунг-фу ти», чай «Зимняя дыня». Во втором пакете коробочка «Синнабон», она пластиковая, но сверху обклеена, как будто это картонная коробочка. И вот она внутри, булочка. Красиво выглядит, мне кажется, с такой коробкой хорошо идти в гости. В третьем пакете. Ой, какой маленький бургер в очень маленькой коробочке. Коробочку можно закрыть. Fridays. И сверху тоже их логотип. Эта миниатюра на вкладыше отмечена зеленой звездочкой. А рядом с зеленой звездочкой написано Mini Minis. То есть это миниатюры в миниатюре. И еще более маленькие миниатюры. Точно так же может быть набор ролл и миниатюрный набор ролл. Подойдет для более маленьких кукол. В четвертом пакете такая необычная прозрачная тарелка. Нет, похоже, она не открывается. А внутри находятся суши. В пятом пакете еще один бургер. Но здесь другие листья салата. Battery Jack. Посмотрите, тут коробочка закрывается как настоящая. Она фиксируется. Если бы коробочка у бургера мне попалась золотая, то это был бы супер редкий вариант. И четвертый шарик второй серии. Из редких мне попался только ароматизированный напиток. Посмотрим, что в этом шарике. И снова обычные пакетики. Открываем первый. Еще одна коробочка с боксом с едой. Такой у меня тоже не было. Это мясо с рисом. Второй пакетик чуть поменьше. В нем попалась картошка фри. Еще третий пакет. Снова бургер с аппетитной булочкой. Он называется «Превосходный круассан». Предпоследний сюрприз. Ого! Наконец-то попалась пачка денег. 50 фунтов. Целая пачка по 50. С обратной стороны банкноты я вижу маленькими буквами подписано Mini Brands. А вот это чаша для смузи под названием «Ванильное голубое небо». Я маленькой Санни попробовала дать в ручки коробочку Синнабон. Свичес получила в ручки розовый напиток. Ну а Шерил, мне кажется, может угостить своих подружек пиццей. А самые маленькие версии миниатюр подойдут для малышек Лол. Ну, у нас остался еще последний пакет. Из этого шарика тут упаковка с роллами. Не похоже, что она открывается, потому что она заклеена бумажкой. Сколько же у меня предметов еды уже набралось, и осталось еще целых два шарика. Открываем пятый. Неужели мне не попадется больше каких-то редких миниатюр? Снова обычные пакеты. И открываем в первом. Вот она, первая повторка. Снова роллы, точно такие же, как мне попались в предыдущем шарике. А во втором напиток прозрачный, желтенький, мне такой еще не попадался. Это лимонад. В третьем еще коробочка, она красная, как будто складывается. Можно загнуть ее края. Внутри мини-такос. Открываем еще коробочка. Это паста от Pizza Hut. Ну и еще один пакет с тоненькой коробочкой, в котором тоже пицца. И это уже третий вариант пиццы. А вот в одном из пакетиков, не знаю в каком, я нашла еще пачку по 100 евро. Так что внимательно смотрите пакетики, прежде чем их выбрасывать. Ну что ж, это последний шарик и последняя надежда найти что-то необычное и редкое. Да, похоже, и тут тоже простые пакеты. Ну что ж, начнем с первого. Такая еда мне уже попадалась. Итак, из 6 шариков у меня 2 повторки. И в этом шарике тоже повтор. То есть теперь их 3. Еще один пакетик. Тут совсем другой напиток. Газированная вода. 2 последних пакетика. Как думаете, что в них? Повторки или нет? В этой бумажке классический мягкий крендель.
Ну и самый последний пакетик. Я уже вижу, что в нем напиток. Точно такой же напиток с чаем мне тоже попадался. Как обычно, хотелось вас удивить, но, к сожалению, ничего необычного не попалось. Желаю вам удачи в коллекционировании. Мои видео есть и на Яндекс.Дзен. Не забывайте ставить лайки. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал с кукольными новинками. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!